Конкурс «Мистер Студгородок ЮРГУ 2018» — это один из самых ожидаемых проектов для студентов ЮРГУ. В течение нескольких месяцев самые харизматичные и творческие жители общежитий готовились к финалу. 8 из них выступили на главной сцене университета и поборолись за звание мистера. Самый главный критерий — мы смотрим на то, чтобы человек горел конкурсом, горел желанием, чтобы он хотел участвовать. А только потом мы уже смотрим на артистизм, умение танцевать, умение двигаться и умение себя показать. О том, как прошел конкурс и кто стал мистером Студгородок-2018, расскажем в следующих выпусках.